Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сегодня 23 января восстановлена работа спрингборда на платформе InfiniAI. Чем я и воспользовался и совершил некоторые покупки. Во вчерашнем ролике я рассказывал о двух инструментах бесплатных, которые помогут в вопросе выбора товара и покупки. Сегодня покажу, как я это сделал на практике. Сам спрингборд показывать не буду, так как по уверениям очень многих этого делать нельзя. Просто если вы смотрели, я проводил сравнительный анализ цены и остальных параметров с помощью этого инструмента на площадке Amazon и на Springboard. Сейчас в самом низу страницы на Amazon покажу, какие именно товары я покупал, какие просматривал и не купил. Вот они внизу списком. Это аналогичные товары, которые выставлены на спрингборде. И вот как я делал. Допустим, вот этот вот товар я закупил. При открытии данного товара на Амазоне внизу картинки мы видим вот такую вот диаграмму, которая показывает нам, что на протяжении, даже тут можно сказать, ну тут 3 месяцев этого достаточно, но сам товар есть на площадке 1766 дней отслеживается. Но самое важное, что цена на него стабильная, она не колеблется, не зависит от сезонов. Товар постоянный, всегда присутствует на данной площадке, и его можно закупить. То есть цена одинаковая, нет сезонных колебаний. Эта информация положительная, и этот товар закуплен мной. Другой аналогичный товар. Вот такой вот товар, который я тоже купил. Опять по цене сориентировался. На данный момент цена, опять же, как видим, стабильная. Здесь информация о том, что относительно новый, всего 20 дней, за 20 дней можно отследить историю. Так что это тоже один из плюсов, что товар сам по себе новинка, стоит взять. Вообще должен сказать, что на спрингборде плохих товаров я не увидел. Есть некоторые, допустим, те, которые к Рождеству и так далее, но в основном там все хорошее. Вот товар похожий на предыдущий. Должен вам сказать, что все, что связано с домашними животными, очень популярно в Америке. И здесь уже мы видим немного другую диаграмму. Она состоит из двух частей. Вот цена амазоновская, тоже товар. Этот товар для домашних животных появился с 16 декабря. До этого цена не отслеживается, но она постоянная, как здесь, так и на маркетплейсе. И опять же, можно проследить историю этого товара. Ну и сравнить, конечно, цену, которую выставлена здесь и на спрингборде, для того, чтобы убедиться. По цене они отличаются, здесь и то, что на спрингборде, но и само качество товара может быть разным.
Даже вот это вот плетение такое, тут если нитки чуть другие, то и цена может быть выше или ниже. Так что, чтобы сказать, что на 100% все товары совпадают, такого сказать нельзя. Вот еще один товар, который закуплен. Это детская игрушка, автомат. Вот смотрите. Опять же, цена стабильная, без колебаний. Сезонных всплесков никаких. Покупать можно. Этот пробел, за него скажу отдельно. И не в этом ролике. Своим партнерам. Вот таким вот образом выбирается товар. В основном та основная информация, которая нам нужна, здесь отслеживается. Ну и вот этот товар я не закупил. Тоже смотрел за ним. Цена здесь, опять же, стабильная. Она не имеет сезонных колебаний. Но из-за чего я его не взял? Из-за того, что она на спрингборде продается. Платить надо за коробку. Вот такие вот гранаты, их набор в коробке. А это, по моему мнению, целую коробку вот этого товара ну, трудно будут покупать. То есть он не пойдет так быстро. Там в коробке, не помню уже сколько штук, но большая, приличная коробка. Вот этот товар я не взял. Выбор широчайший. Зачем рисковать и брать то, что не хочешь? Ну и опять же, чтобы для сравнения, вот второй инструмент, который выводит нас на eBay. Вот этот товар, это иголки, обычные хозяйственные иголки, за которыми можно посмотреть, что и как на eBay, какая цена. И здесь выставлено, значит, тоже популярно на этой площадке. Но это то, что я смотрел. Вот сразу у меня тут отображается в списке. Вот этот можно посмотреть на eBay. Не, на Amazon перекинула. Ну, основная мысль, думаю, всем понятна. То есть сравнительный анализ по потребности данного товара, ценовые колебания здесь видны. Сейчас посмотрим вот этот пистолетик, автоматик на eBay. Вот на eBay тоже есть за ту же цену. Ну а это всеми любимый, это график всем известного Camel Camel. Вот при клике на этот график нас перекидывает на сайт, о котором мы в свое время слышали, видели, знаем про него. Вот он, Camel Camel. То есть с одного, как сказать, с одной позиции можно отследить все, что хочешь. По любому интересующему вас товару. И на этом сегодняшний ролик об использовании этих инструментов на платформе Infinii заканчиваю. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.